Герой. Когда-то на территории всего Советского Союза и долгое время потом на постсоветском пространстве так говорили про ветеранов Великой Отечественной, про участников войны с фашистами. А вот теперь на этой встрече в администрации Ливенского района героем назвали украинку из Киевской области, которая нашла во время работ на своем приусадебном участке вот эту медаль. Нашла она и поисковиков из всеукраинской общественной организации «Народная память» и попросила их найти родственников того бойца, которому медаль принадлежала. Украинские ребята тоже герои. Ведь, несмотря на абсурдно-политическое напряжение между нашими странами, не забывают об общей истории и новую, переписанную, не признают. Они нашли, кому принадлежала медаль – Ливенцу. И передали медаль специальному сотруднику поискового движения России, что подвез родне бойца. Кстати, передача произошла в Германии во время совместной поисковой экспедиции. Есть на Украине большое количество реально нормальных поисковиков, которые работают вместе с нами. Возглавляет организацию Ярослав Жилкин. Организация, еще раз повторяю, называется «Союз Народная память». Мы с ними очень плотно сотрудничаем. В этом году было передано нам две медали. Вот одна медаль сегодня будет передана здесь, вторая медаль уедет в город Пермь. Там, к сожалению, боец не дожил до победы, но медаль тоже вернется в семью. Также мы забираем оттуда останки солдат, если есть возможность для захоронения здесь, на родине. Ну и, опять же, обратная ситуация. Если есть возможность, мы передаем останки бойцов, командиров Красной Армии для захоронения на территории Украины, где, мы так думаем, не все еще потеряно, раз есть такие светлые люди, которые чтут и помнят подвиг наших отцов и дедов. Сам Иван Шеметов умер в 2000-м. Был призван в 1942 году, воевал в составе танкового десанта. Потом прошел курс обучения танкистов и стал командиром Т-34. Три раза гадил в танке и был контужен. Кроме найденной медали за отвагу, удостоился еще ряда наград. Вернулся домой, женился, поездил по стране, много где работал. Воспитал двоих дочерей и сына Геннадия. Сын ту медаль и принял. Надеемся, он простит нас за то, что мы показываем его слезы. Но, наверное, это тот случай, когда мужчине можно. И в конце он сказал, это уже на гражданке, он говорит, люби свою родину, как свою мать. А уже на гражданке он сделал всего, что подобает настоящему мужчине. Из главного все. Выступил еще глава района и сотрудник областной администрации, и поисковики. Было много хороших слов, пожеланий и историй из практики. Ведь у всех выступавших есть свой огород, как у той украинки-селянки. И каждый на нем работает в памяти о тех, кто добывал когда-то победу и получал медали. Говорили и об этом, но многое было не разобрать. Ведь казалось, что горят еще танки и рвется их боезапас. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».